Перед вами модель Britax Remer Advance FX 4R. Данная модель индексом 4R отличается от подобных моделей тем, что у нее есть вот такие вот боковые подушки безопасности, которые обеспечивают поглощение боковой энергии удара. Выкручиваются они в сторону боковой стойки автомобиля в зависимости от стороны монтажа кресла. Данное кресло предназначено для детей возрастом от 9 месяцев до 12 лет. В первом сегменте в возрасте от 9 месяцев до 4 лет ребенок пристегивается с помощью штатных ремней безопасности. Которым оборудовано данное кресло. Для комфортности перевозки ребенка можно обеспечить вот такой вот наклон в двух диапазонах, что позволит ребенку поспать в дальней дороге. По мере роста ребенка с помощью ручки, находящейся в подголовнике, мы можем добавить высоту. Также, когда ребенок вырастает, достигает возраста 4 года, нам уже штатные ремни не нужны. Мы можем их убрать за подкладку сиденья. Вот таким вот образом. Кресло оборудовано специальными проушинами, куда продевается штатный ремень безопасности, которым теперь пристегивается ребенок. Также с помощью специальной ручки, которая находится в задней части кресла, поворачиваем ее в такое положение. И можем регулировать высоту подголовника вот до такого значения. Кстати, карабин, которым пристегиваются штатные ремни безопасности, нам уже не нужен. В специальном месте под подкладкой есть лючок, в котором находится так называемая четвертая точка фиксации. Она вот таким вот образом меняется. Возвращает подныривание ребенка при экстренном торможении. Кресло крепится в салоне автомобиля с помощью специальных скоб Isofix. Они вытаскиваются на максимальное расстояние. И после того, как произошло фиксирование, убирается на необходимую длину, обеспечивая плотное прилегание сиденья к спинке кресла. Также у кресла есть четвертая верхняя точка фиксации. Называемый якорный зацеп. Также в автомобиле есть специальное место. Оно обозначается вот таким вот шильдиком и прикрепляется, обеспечивая третью верхнюю точку фиксации кресла.